Привет, друзья! Приветствую на канале AlexAverse. Сегодня вот такой знак замечательный. Это второй разряд нормы ГТО, БЕК. Это советы СССР. Материал латунь с позолотой. Три вида эмали. Ну, три вида. Три цвета эмали. Синий, красный и белый. И остатки позолоты вот четкие. Четко хорошо просматриваются. Да, что хотел бы отметить, особо с любовью и трепетом он так хранился в коллекции в одной. Видите, вот такая пластиковая вставочка, то есть ее вырезали согласно контурам вот этих веночков, сима сверху, который расположен. То есть коллекционер с любовью относился к частью своей вот такой вот коллекции. Вот такой контрельеф покажу. Очень хорошо сохранилась позолота здесь, винт, который держит гаечку хорошо. Гайка, кстати, оригинальная МТХ, эмальерная фабрика. Покажу, накручу, как это все выглядит. Вот такой вот замечательный знак. Кстати, нормативы ГТО можно посмотреть в интернете, найти, за что он выдавался, за какие достижения. И дети, и взрослые, мужчины, женщины, там, по-моему, до 39 лет могли получить такой знак за особые нормативы, которые ставились советским правительством перед советскими гражданами. Надеюсь, вам понравился обзор. Отмечайтесь в истории, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. До новых встреч, пока!